Премьер Госсовета КНР Ли Цян прибыл в Аделаиду, столицу Южной Австралии. Это первый визит главы китайского правительства на континент за 7 лет. В Аделаиде Ли Цян посетил зоопарк, где живут панды, которых скоро вернут в Китай. Китайский премьер объявил, что им на смену до конца года пришлют новую пару бамбуковых медведей. В программе визита Ли Цяна встречи с главой МИД и министром торговли, а также экскурсия на местную винодельню, призванная подчеркнуть отмену китайских антидемпинговых пошлин на импорт австралийского вина. В столице страны Канберри он вместе с австралийским коллегой Энтони Альбанезе будет сопредседательствовать на 9-й ежегодной встрече премьеров Китая и Австралии. Финальным пунктом визита Ли Цяна станет западный город Перт, где он посетит китайский завод по переработке лития и примет участие в деловом форуме директоров китайских и австралийских компаний. В этом году Китай и Австралия отмечают десятилетие стратегического партнерства, рассчитывая использовать этот повод для укрепления связей. Напомню, до этого Ли Цян посетил Новую Зеландию, а следующим пунктом турне станет Малайзия.